влияние просмотра ночного футбольного матча на работоспособность? Подобное исследование провело одно из агентств. Речь идет о первой игре сборной России на чемпионате мира по футболу, которая пройдет со вторника на среду. Как выяснилось, смотреть ночной матч готов каждый второй опрошенный ярославец. При этом треть болельщиков придется вставать в 7 утра. Но это их не пугает. Каждый четвертый заявляет о намерении смотреть все матчи сборной России. Подобные ночные бдения, признаются опрошенные, вряд ли положительно повлияют на работу. Однако треть считает, что начальник поймет работника-болельщика. И сейчас время спортивных прогнозов. Слово моему коллеге Александру Рябкову. Но прежде напомню, что свой предсказатель исхода футбольных матчей теперь есть и в Ярославле. Это цирковой конь по кличке Золла. В выпусках новостей мы ежедневно обращаемся к нему за результатами будущих поединков бразильского чемпионата. Прекрасный день для любителей футбола во всем мире. Нас ожидает пара очень интересных матчей, и их исход не столь определен. Вчера, например, наш Золла угадал исход лишь одной встречи, зато какой. Окажутся ли его прогнозы верными сегодня, увидим прямо сейчас. Ну и, конечно, украшением соревновательного дня в Бразилии будет состязание двух команд. Это сборная Мексики и сборная Бразилии. Кто окажется сильнее? Сборная Бразилии. Конечно же, хозяева чемпионата должны одержать победу. По мнению, опять же, Золла. И вот, наконец, мы подобрались и к главному событию на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Главному, естественно, для нас, россиян. Здесь сборная России встретится сегодня со сборной Южной Кореи. Кто окажется сильнее, определит Золла. И Золла сделал свой выбор. Это сборная России по футболу. Давно ли вы вообще следите за судьбой сборной России по футболу? На самом деле это очень важно, поскольку мы все граждане России, это всем важно, патриотично. Чтобы наши побеждали, естественно, мы все следим. Все наши цирковые друзья, все следят, конечно. Ну и как сегодня матч все-таки поздний, ночью, в 2 часа ночи будут играть. Будете ли вы смотреть? Смотреть, конечно же, будем. Ну, надо поддержать свою команду, узнать, как победила или нет. Золла телевизор поставите? Золла будет вместе с нами смотреть дома.